Ранок у цьому продовжується, і, як і обіцяли, в нас вже з'явилися у студії гості. Це Олександр Третьяков, блогер YouTube-каналу «Все для кльова», Микола Сорочинський, директор Viber-спільноти «Все для кльова», та Павло Демченко, логіст Viber-спільноти «Все для кльова». Доброго ранку. Про рибалку сьогодні будемо говорити. І почнемо з того, що ви були готові до суботника, який був намічений ще на березень, на кінець березня, але у зв'язку з подіями він, цей суботник, не стався. Да, ковід внес свої корективи в проведення нашого суботника. Действительно, мы все уже собрали, все мы запланировали, и все уже было готово к его проведению на 28 марта, но... Ну, треба сказати, що ви кожного року робите такий... Ми проводимо такі суботники, як мінімум, 3 рази в году. Весною, літом, осінь, обов'язково проводимо. Спільнота «Все для кльова» – це величезний гурт любителів рибалки, який відомий вже на все місто, бо у вас там вже дуже багато. Скільки зараз підписників? 3700. Около 4000. Це в Viber-сообществі, да. А взагалі? А YouTube-канал «Все для клёва», если в прошлый раз мы с вами встречались, было 17 тысяч подписчиков, сейчас 55. Тобто рибалку в Одесі люблять дуже. Ну і нарешті всі рибалки, принаймні відповідальні, дочекалися фіналу заборони, який діє у нашій державі. Розкажіть, будь ласка, як же ж дотримувалися, та чи дотримувалися взагалі цієї заборони на вилов рибу під час міграції та нересту, і... Як же ж починають відомі рибалки свій новий сезон 2020? Ну, смотрите, адекватные рыбаки, конечно же, сидели дома и ждали, когда же закончится этот запрет. Но менталитет, к сожалению, не всех рыбаков Одессы, и не только Одессы, Украины, не только Украины, и всего мира, да, некоторых людей таков, что они нехтуют, плюют на законы, и поэтому выходят на рыбалку. Но рыбоохранный патруль не спит, и как раз с такими людьми проводит беседы, штрафует. Ну, к сожалению, не всех, но... Ви підтримуєте дію рибоохорони, бо ми знаємо, що подекуди, наприклад, на деякі території, на деякі приватні бази для вилову риби, вони чомусь не заїжджають. Тобто десь можна ловити зловмисників, які порушують закон, ну а деякі начебто знаходяться в рамках цього закону, написаний їм. Ми дуже... Тесно сотрудничаем с Одесским рыбоохранным патрулем, и за это им большое спасибо, что они открыты для нашей организации «Все для клёва». И скажу, что вы не правы, потому как мы крайнее видео наше, вот как раз мы ходили по платным местам и искали таких вот, которые на платных местах, вообще на водоемах общего пользования, такие как Днестр, да, предоставляют места для рыбалки за деньги. Вот. И мы как раз по таким местам как раз проезжали. И то же самое штрафовали людей, и это показывали на нашем Viber-сообществе, в нашем YouTube-канале. Расскажите, чему варто поддерживать эту заборону? Ну, потому как в это время нерест, нужно дать возможность рыбе отнереститься, чтобы было какое-то потомство, чтобы как-то возродить количество рыбы, потому как у нас очень много промышленных организаций, которые вылавливают эту рыбу. Они же не берут там 10-20 хвостов, да? Они тоннами, десятками тонн, сотнями тонн вигрібають з наших водойомів риби. І ще багато браконьєрів, яким взагалі закони не писані, вони, наскільки відомо, не стільки виловлюють рибу, як більшості травмують. Да, особенно вот когда ловят на драч, на запрещенное орудие лова. Это вообще кощунство такое, что они, например, вытаскивают одну рыбу, да, а ранят десятки. Да. И таких тоже мы лица показываем на нашем YouTube-канале, чтобы вся страна, все люди видели их в лицо, кто это такие. В общем, так. Ну, треба ще і показувати тих, хто забруднює навколишнє середовище, так, і з цим ви також намагаєтеся якось боротися. І ми вже почали говорити про суботники. Найближчим часом також ви будете щось подібне організовувати. Так, у нас є логіст нашого вайбер-сообщества Павел. Да, ждем. Он основной у нас направление его, суботник – это направление его. Работа немножко у нас увеличилась, потому что уже трава поднялась. осталось, нам надо площадку будет выкашивать под мероприятие, но мы справимся. Это как лишняя нагрузка будет на нас. Но так планируем очень серьезно это все. У нас будет организована кухня, у нас будет плов, у нас будет уха. У нас будет огромное... Это будет свято. Да, будет... Вот Александр договорился провести там фестиваль. Люди поработают, люди должны отдохнуть, чтобы это запомнилось. И в следующий раз люди с большим удовольствием брали детей, своїх близьких, родственників, і приїжджали на реку. Ну і таким чином долучити можна багато людей. Абсолютно правильно. У нас, да, були благотворительні взноси, люди нам допомагали, хто чим мог. И есть уже 11 тысяч гривен на проведение субботника. То есть на что вы обращаете эти гроши? Это, значит, заказ техники. Это, ну, что у нас еще? Мешки, перчатки. Кто привозит? Туалеты мы готовим. Мы ставим несколько туалетов, да. Планируем установить. Установить сцену, чтобы выступил артисты приедут, которые хотят это нас поддержать. Ну, все будет по-взрослому, так что я при всех приглашаю. Дякуємо дуже. Як можна приєднатися? Розповідайте. А на YouTube-каналі «Все для кльова». Александр выложит дату и время проведения. С точкой мы уже определились, это будет 48-й километр Одесса-Рени. Вот. На берегу реки, там есть огромная площадка, мы там организуем стоянку автомобилей. Вот. Поставим медпункт, поставим туалеты. Все сделаем так, что это было организовано. Щоб не тільки працювали, ще й могли відпочити. Ну, люди повинні познайомитися друг з другом, ті, хто в Вайбері спілкується. Чому? Це ж добре. У нас есть наш земляк, заслуженный артист Украины Сергей Цуркан, который отвечает за это направление проведения фестиваля во время субботника. То есть люди поработают, потом покушают ухи, плова, и после этого нате вам зрелище, понимаете? То есть будут артисты, будут красивые. Ну, чтобы люди увидели это и захотели еще раз приехать к нам на наши субботники. И таким образом мы здесь уберем, там уберем, и весь Днестр будет чистый, поверьте. Ваша вайбер-спільнота дуже активна. Всі ці 4000 осіб постійно спілкуються, обмінюються інформацією. І це не лише якісь жарти про рибаків та про кльов, як у інших спільнотах, а досить конкретні дії. Ви і дітлахам допомагаєте, і суботники організуєте. Хто є надихателем для вас? Хто надихає такі численні акції? Коля, ну рассказывай, про вайбер-сообщество, твоя тема. Ну, кто ее надыхатель, знаете, тяжело. На самом деле это все идет, ну, от души. То есть мы хотели помочь детям тогда перед Новым годом, помогли старикам, поехали в дом престарелых. Все средства, это все нам помогают наши же рыбаки. То есть мы сами, грубо говоря, без депутатов, без никого все это делаем. То есть таким образом мы хотим быть, ну, показать свою социальную ответственность, ну, и быть ближе к людям, к тем же. И еще у нас есть вот, ну, такие новости, мы сейчас создаем общественную организацию, то есть она на стадии регистрации уже. Там с карантином она просто немножко, эта стадия затянулась. Для чего? Для того, чтобы тоже вопросы по браконьерам, все эти можно было как-то решать проще. То есть можно было посылать официальные запросы в органы власти, чтобы они нам давали официальные ответы. То есть когда этот запрос идет от общественной организации, то есть, ну, это как-то более уже солидней. Плюс мы сейчас, мы хотели до, ну, как раз на распред это сделать, но у нас немножко по времени не получилось. Мы создаем приложение мобильное. То есть у нас есть такая проблема на реке, что тяжело найти место для рыбалки. В прошлом году мы вели очередь небольшую, нас там обвиняли тоже, что мы захватчики берега там и так далее, но мы, то есть, делали это все чисто так, чтобы люди могли приехать и без проблем найти место. Ну, в общем, то был наш тоже опыт. Сейчас мы создаем мобильное приложение, в котором люди сами смогут обмениваться местами. Для нас, для них у нас есть некие бонусы, некие, там, скажем так, плюшки за эти бесплатными местами. Абсолютно бесплатными. Приложение тоже бесплатное, хотя, ну, для нас оно не бесплатное. То есть вы сами понимаете, что за любой труд нужно платить. То есть, но мы создаем это, делаем это все для наших рыбаков, для того, чтобы всем было комфортно, чтобы каждый мог найти себе место, то есть чтобы сделать рыбалку более такой качественной, более доступной, а не бегать по камышам в поисках места, да, и вот такое. такое. Ви, мабуть, не дуже подобаєтеся не орендодавцям, які за дуже немаленькі кошти здають місця для рибалки, так і браконьєрам. Чи відчуваєте ви якийсь супротив з їх сторони? Вы знаете, если только об этом думать, то тогда никакая идея нормально не пройдет. Просто не нужно об этом думать. Делать свое дело. И все. Вот напролом идти, и все получится. Ну так ви і робите, судячи з численних відео, які є на вашому YouTube-каналі. Як розвивається ваша інтернет-ютуб-діяльність? Очень хорошо. В принципе, если действительно 55 тысяч подписчиков и очень много одесситов, которым интересно и не безразлично, что творится в наших водоемах Украины, особенно Одесской области. Вот. Они уже практически все знают в лицо всех инспекторов рыбоохраны, всех браконьеров знают в лицо, так что всем интересно это. Жизнь бурлит, да. Да. Які найближчим часом можна буде побачити ролики, на які теми будете говорити? Недавно ми провели несколько рейдов по Хаджибеевскому лиману. И хочу сказать, что тоже очень интересная тема, потому как за 2 рейда мы сняли 6 километров браконьерских сетей. Вы можете представить 6 километров сетей? Это... Всех від нас, від французского бульвару аж до Дерибасовской. Вот представляете себе? И браконьеры просто ничего не боятся. Вот ставят сети километровые. Там Владимир инспектор, у него, я не знаю, уже спина, наверное, болела. Пока он да, я тоже удивлялся, думаю, как он поднимется утром, потом крепатура, наверное, там такая же. Вот представляете, какие объемы промышленных объемах они ловят. Хотя многие, некоторые подписчики пишут в комментариях, что вот, что вы там дедушек этих, им там покушать нечего, вы их там шугаете. Это не дедушки, это конкретные дяди, которые на этом зарабатывают деньги. До того ж немалі, і вони, на жаль, йдуть поза бюджетом. Абсолютно правильно. І це кривдить нас з вами як платників податків, як мінімум. Скажіть, будь ласка, чому такі брудні узбережжя? Що взагалі можна зробити для того, щоб рибалки, які самі сидять потім на цій начебто природі, просто навчилися прибирати? Тому що, ну, от з моїх оточуючих, кожен, хто приїжджає на рибалку, вже приїжджає зі сміттєвим пакетом та перші 2 години просто прибирає територію. Я вам скажу, все так говорят. Все говорят, что так брудно, если все прибирают? Вот Паша в прошлый раз говорил про менталитет. Да, парадокс. Да. Он приехал, куча мусора лежит, что туда свою не кинуть кучку. Если бы там было чисто, подумал бы, а так есть кучка, я и положу. А мы потом все для клёвого приедет, уберет. Да, зачастую люди же просто не хотят забирать даже свой мусор. Ладно, там они его сложили еще в пакет, да, но все равно там и собаки, и все это дело, они же все разрывают, все это потом, пакеты эти рвутся, все ветром раздувает. И такая картина получается, которую мы сейчас видим, то есть. Ви стикаєтесь з цією проблемою. На ваш погляд, що може спрацювати? Якісь заборони, якісь штрафи, агітація? Що? Ну, зараз законопроект, вчора проголосувала Верховна Рада, 2765. Вот. І там вже да, підняли, очень, наверное, раз в 20 штрафу. Також і за загрізнення, також і за вилов, і за нарушення рибальства. За нарушення, да. Скільки приблизно буде коштувати тоді? Ну, за нарушення, допустим, там... 68 гривен, я скажу, 68 гривен, вот на данный момент еще действует 68 гривен за нарушение рыбальства. 60, что такое 68? Сейчас будет 100-150 прожиточных минимум штраф. То есть раз в 20 увеличится, ну хоть как-то повлияет на ситуацию. Потому что в развитых странах давно такие штрафы. Не просто, я говорю, в развитых, я не говорю, не имею в виду там Германию, там, я говорю про наших соседей, Польша, что там, Беларусь. У них штрафы очень, очень серьезные за такие вещи. Да, у нас, к сожалению, на это закрываются глаза, то есть... власти особо к этому нет дела. Ну, или руки не доходят, знаете. Ну, наконец-то хоть лед тронулся. Кстати говоря, мы для этого делали 2 петиции. Да. Организовывали 2 петиции на имя президента на увеличение штрафов. Мы даже писали в 30 раз. Ну, хоча б уже в 20 уже. Ладно. Ну, дякуємо за те, що ви приклали до цього руку і що Одеса не залишається осторонь від такої гострої проблеми і для нашого регіону, зокрема. Давайте про хороше. Як правильно починати сезон рибальства і що можна робити з дня сьогоднішнього? Скільки можна ловити риби? Як саме? Чи є якісь заборони, які продовжують тривати? В правилах рыболовства, любительского рыбалки, в правилах любительской рыбалки написано о том, что можно ловить в данный момент не больше 3 килограмм рыбы, используя не больше 5 крючков. И вот этот запрет снят сейчас с реки Днестр, но продолжается в Днестровском лимане, и продолжается он аж до 31 июля. То есть очень, очень длительный там запрет. Поэтому сейчас уже наконец-то можно ловить с лодки, так как запрет нельзя было. Вот. А что делать? Приезжать на реку, и даже если вдруг у вас не клюет, пробуйте, экспериментируйте. Не клюет на червя, попробуйте на опарыш. Не пробуйте на опарыш, на кукурузу. Отдыхайте его, да, приезжайте, расслабляйтесь. На кукурузу, на горох. То есть есть вариантов, очень много для экспериментов. Поэтому нужно экспериментировать. И для того, чтобы на что экспериментировать, нужно смотреть YouTube-канал «Все для клёва». Расскажем, может, про наши практичные порады. Абсолютно правильно. Так. Там как не рыбалка, там обязательно какой-то эксперимент. А як не эксперимент, то про субботник. А если не субботник, значит про браконьеров. Может, расскажем про наш эксперимент, который предстоит? Ну, расскажи. Ну, смотрите, мы хотим сделать... такой ролик интересный тоже. Мы хотим закормить какое-то место, так приехать, закормить его, скажем так, 100 килограмм прикормки. Ого! Вот. Представьте себе. И да, вот эксперимент. Вот что произойдет? Вот сколько рыбы мы поймаем за, там, например, 2 дня, да? Да. Если кинуть 100 килограмм прикормки. А ты чья, не впливает на це? Впливает, конечно. Ну пусть покормим рыбу заодно, да, посмотрим, кого поймаем. Як мінімум хорошу справу зробити. Як стежити за життям вашої спільноти? Вайбер-сообщество, ютуб-канал, фейсбук, все для клёва. Инстаграм, да, все везде, все для клёва. Телеграм, канал. Пишите, все находится без проблем. Все есть. Вайбер, да, все, да, да, все. То есть, если человек хочет приехать на наш субботник, если ему не безразлична судьба наших водоемов, пожалуйста. Милости просим. Да, ще й гарно відпочити можна після цього суботника, так? Да. І плову поїсти, і музику послухати. Так, ми вас теж приглашаємо. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях були Олександр Третьяков, блогер ютуб-каналу «Все для кльова», а також були Микола Сорочинський, директор Viber-спільноти «Все для кльова», та Павло Демченко, логіст Viber-спільноти «Все для кльова». Дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні у гості.